Он искал новый смысл вещей среди прочих. Одинокий он был ничей этой ночью, безоружен и искушен вдохновением. Он был нужен и был влюблен на мгновение. Он сегодня и век назад шут и гений. Он был беден и был богат на мгновение. В лабиринтах кривых зеркал чистой гранью был он смыслом, который знал, был признанием. Он безумец в толпе вещей среди прочих. Он творец, он на миг ничей этой ночи.